Одежда любящих предоставлена в сети магазинов одежды «Тонкейла». Друзья, если вы уцели экранов, у нас есть основания полагать, что вы проснулись. Теперь можете смело довериться нам. Программа «Автопилот» в прямом эфире. Мы уже не спим, друзья, и готовы разбудить вас этим прекрасным утром. Сегодня среда. Позитивных новостей, кстати, новостей сегодня будет еще достаточно, и сегодня мы будем с вами обсуждать очень любопытную тему. Мне кажется, что в Саратове существует особая категория людей, они называются соседи. Какие ваши соседи? Решили сегодня мы у вас спросить. Хорошие, покладистые, много щемят, я не знаю, может быть, ваши лучшие друзья. Нет, нет, возможно, ваши соседи это ваши родные, близкие, может быть, родители, может быть, брат, там, может быть, сестра, кто угодно. Пишите нам об этом в социальных сетях, мы есть везде, контакты в Твиттере, Инстаграме, Одноклассники. Но вот в частности ВКонтакте мы с вами на самой короткой, что называется, ноге, принимаем ваши комментарии. Привет, поздравления, любые жалобы на эти соседи, друзья, все, пишите там, пообщаемся немножко. Надо начинать активно. И активность этому утру как раз-таки прибавит. Итак, на зарядку становись, рубрика «Двигайся». Впереди, давайте, ноги, руки, шире, уже, что там обычно говорили. В общем, наш тренер сейчас все расскажет, что делать, какие упражнения этим утром. А
обожаю делать зарядку, на самом деле, с утра. Точнее, может быть, начинать ее не очень-то легко, но зато потом ощущение замечательное. Где вы ее включаете? Ну, это мы уже поняли, потому что, как всегда, стараемся отсюда до 5 утра. Ну, друзья, знаете, вот если вы сегодня делали зарядку и поняли, что у вас дома нет гантелей, постучите к соседям как раз в 7 часов 8 минут и спросите, возможно, у них что-нибудь есть. Соседи будут рады. В общем, соседи, мне кажется, задавать письмо, чтобы подключать, если что, и спросить там соль, спички, ключи от квартиры. Нет, хорошо, когда ваши соседи вам еще и друзья. Мы не зря говорим о соседях, друзья. Заходите к нам в группу ВКонтакте, канал «Саратов 24». Давайте вместе порассуждаем, кто эти соседи мечты, какие они должны быть и какие они есть у вас. Ну, а еще я думаю, что всем повезло, кто живет рядом с Марией Белак, потому что утром они могут постучать с ней в квартиру и сказать: «Мария, я подарю, что сегодня ждет». И она прям на гора выйдет сразу весь гороскоп, весь астрологический прогноз на ближайший день, неделю, а может быть и месяц. Ну, это в частном порядке. Но у нас в эфире каждое утро Мария Белак рассказывает о сегодняшнем дне, о всех зодиакальных знаках, что именно этот день подготовит. Так что можно сказать, что нам всем с вами немножко поговорить. Мы все немножко спросить дела. Доброе утро. Я психолог Мария Белак, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что ждет нас сегодня. Необходимость донесения своих мыслей будет подталкивать вас к публичному выступлению. Телец. Вас будет привлекать общение с интересными, творческими людьми, среди которых вы сможете блеснуть эрудицию. Близнецы. Ваше желание самоутвердиться будет подталкивать вас к новым свершениям. Избегайте рискованных спекуляций в ваших делах сегодня. Рец. Публичное выступление и общение принесут вам положительные эмоции. Дело. Будьте бдительны при составлении документов и не подписывайте, не глядя. Весы. Если позволят дела, больше отдыхайте и побалуйте себя. Скорпион. Открывающиеся перспективы покажут на первый взгляд привлекательными, но впоследствии окажется, что это не так. Стрелец. Рассуждая о философии, вы сможете обрести необходимую вам уверенность в себе. Козерог. Объективность подхода к вопросам позволит вам избежать ненужных конфликтов. Далее. Проверка на надежность ожидает вас сегодня на работе. Рыбы. Улучшение материального положения ждет тех, кто успешно завершит большой объем работы и завоевывает признание среди сослуживцев. Вопрос, на который я отвечу сегодня, будет из моей постоянной рубрики «Хочу замуж». Эта рубрика специально открыта на моем сайте для тех, кто мечтает и хочет выйти замуж. Сегодня я отвечу на вопрос Елены. Она пишет: «Моя скромность мешает мне. Я всегда считала, что мужчина должен сделать первый шаг сам ко мне, но в связи с этим проглядела несколько достойных мужчин. Спустя много лет узнала, что они меня любили, понимая, что многое упустила. Елена, вам мешает ваше воспитание, шаблоны и большая роль матери в вашей жизни. Вы живете по шаблонам, и большинство из них лежит в области построения отношений. В ваших будущих знакомствах они обязательно будут. Вам не стоит перекладывать ответственность на мужчину. Отношения – это для двоих, и выбор в них делают оба человека. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы». Вот так гороскоп способен сделать все люди, настроить. А то и на утро. Не отличный гороскоп, надеюсь, у тебя тоже. Ну, что, ты разве не слышала, что ты берешь? Я, к сожалению, только свой. Только про свой знак зодиака. И каждый, я думаю, поступил так же. Никто не делал, я ждал тебе, потому что у тебя это знак. Прости.
Я думаю, что еще половина наших телезрителей тот же самый зодиакальный знак, но, друзья, кто бы вы ни были, овны, тельцы, девы, рыбы, тельцы, уверен, что вам сегодня несомненно все везет, потому что день вы начинаете с автопилота и с вашей любимой соседки Марии Белат, которая каждое утро рассказывает вам, что сегодняшний день подготовил. Юль, ну поделись со мной историями о твоей соседке. Ой, у меня новый дом, поэтому я еще на месте с моей соседей. Пока я не знаю, что они у нас тоже не станут. И очень такие ответственные. А я еще и вас тут не вижу, поэтому как вы? Мне ничего никак нельзя отказаться. Ну, вот я, на самом деле, тоже очень долго боялся ездить в Минск, и однажды мы поехали в Минск, так что это все было нормально. И с тех пор вы лучшие друзья? Нет, с тех пор разъехались по разным квартирам, мы друг друга только не знаем. Но, на самом деле, у меня было несколько очень интересных историй, связанных с соседями. Пару лет назад я снимал квартиру в Минском районе, и мои соседи любили, конечно, соседи в 2 часа ночи, сказали, мы с тобой почти не знакомы, мы там шашлык во дворе приготовили, пойдем с нами. 2 часа ночи, я говорю, мне скоро вставать на работу. Иди. Ну, на самом деле, такая ситуация, в которой даже не поругаться, потому что человек подумал о тебе, познал тебя, за свой стол, да, и не важно, что 2 часа ночи, он же проявил свои дружеские вещи. Какая разница, 2 часа ночи, на парковке около твоей машины, жарят чашку, я не знаю, там, веселяться как угодно, у тебя окна как раз на парковку выходят. Я спрашиваю, человек, когда хочет спать, он заснет всегда и выходит. Даже на мангале. Даже на мангале. Я рассказывал тебе о своих соседях, заходите к нам в группу ВКонтакте, называется телеканал «Саратов 24». Там у вас есть возможность передать привет, поздравить кого-нибудь с праздником. Или, конечно же, просто сказать на тему спасения. Мы вернемся к вам сразу после небольшой рекламы. Никуда не переключайтесь. Друзья, мы ждем ваших сообщений. Пожалуйста, обозначьте это. Реклама была короткой, мы к вам возвращаемся. Утреннее шоу «Автопилот» вас в этой студии, на желтых диванах и креслах, приветствует Сергей Креснов. И Юлия Стахова. Да, рады видеть вас, родители и зрители, по ту сторону экрана, нас вместе рентгеновской зрения, сенсорной экспертной комнаты, способности, благодаря которым мы видим всех и каждого. Ну да, так насчет способности, но вот все, что мы не спрашиваем, что мы не думаем, что время сразу. Да, поэтому Ленинский район, мы прямо просыпаемся вам на 30 раз. Почему Ленинский район, а где 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 Ленинский район. Как продолжать дальше, если человек продолжается, не понимаю. В общем, мы призываем всех телезрителей, всех жителей Саратова, просыпайтесь скорее. Давайте не опаздывайте сегодня на общественный транспорт, не стоит сегодня в шоках, вовремя добирайтесь до работы и помните, что середина недели – это одни из самых сложных дней недели, и мы вам помогаем утром пережить, в общем, все эти невзгоды. Как, в общем-то, и понедельник, и во вторник, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Единственное, что это просто воскресенье, мы оставляем нам откуп вам, потому что вам абсолютно доверяют. Мы стараемся как можно больше раскрыть для вас полезную информацию. И прямо сейчас расскажем о сегодняшнем дне, сегодня 23 сентября, напомним, среда. И сегодня немного праздник, немного. Итак, о праздниках. Сегодня среди международных дней, среди международных праздников отмечается день борьбы с незавершенным средним образованием у детей. То есть в этот день, например, проводятся различные мероприятия, которые позволяют замотивировать детей не бросать школу. По любым обстоятельствам, дочь и туда идет. Только такая совершенно неспроста, до 20-30 сентября этот праздник отмечается, потому что нужно как бы собраться в пути, как раз через 3 недели после того, как лето гремит. Да. Среди праздников еще во Франции сегодня гастрономический день, когда все французы будут печь свои вот эти круассаны, когда они будут наслаждаться вкусным кофе. И я думаю, что вам есть смысл отправиться в какую-нибудь французскую кофе и йогу для того, чтобы тоже попробовать ощутить себя буквально Ну да, или наоборот, чтобы приготовить дома и удивить своих друзей. Это же Франция. Спасибо. Едем дальше на очереди у нас имени. Дети именины сегодня празднуют. Андрей. Ира. Аджанка. Нина. А еще сегодня празднуют имени Наталья. И Климент, Павел, Петр, Пульсели, Петр и Богослав.
Владиславского Витальевича отвечает именины. Мы поздравляем всех именинников сегодняшним днем, сегодняшним именинник. И вот от именинника сразу предлагаю перейти к тем, кто сегодня привез на свет. Готова? Ну, я думаю, что ты сможешь удивиться. В 1936 году на свет появился Альберт Розинский. Поздравляю, что вы. Да, на самом деле, шутки, привыкли, что Альберт Розинский говорит очень высоким голосом и спелыми интонациями. Но вот драматург, публицист, автор телепередачи, историк, человек, который написал огромное количество исторических книг, который буквально в смысле может считать себя энциклопедистом, но мы его можем считать всем энциклопедистом. Друзья, ну и в завершении информации про день, расскажем вам про погоду. Сегодня в Саратовской области ожидается переменная облачность, без осадки преимущественно будет. Ветер юго-восточного направления, то есть тепленький он, 5-10 метров в секунду, температура воздуха будет плюс 25, плюс 30 градусов, что он тоже, в общем-то, сумеет, знаете ли, маечки и юбочки. А левобережные местами до плюс 32. Об этом завтра в будущем. Хороший такой крем, банчик, купальник, как полез на пляж. Понимаете? Да. В общем, друзья, если вы сейчас на пляж, то на пляж вам хорошо еще подготовка для клиента за вас в завтра. Ну и не забывайте историю про соседей. Доброе утро! Вы же знаете знаменитую фразу, кто рано встает, тому просто рано на работу. Так вот, это и про нас, и про вас. Ну ничего, настанет тот день, когда мы уедем с рабочего места на новом Bentley Continental. А пока давайте поумеем все и подумаем, чем заняться вечером. Меня зовут Сергей Сазанов, и эта рубрика «Афиша» специально для утреннего шоу «Автопилот». Вместе со синими листьями с душой начинают играть минорные аккорды. Как раз, кстати, в Саратовской консерватории сегодня же пройдет концерт джазовой музыки. Немного романтики, грустных мотивов саксофона, думаю, многим сейчас не хватает. Выступать будут не российские композиторы, а зарубежные. Естественно, у них огромное количество наград и званий. Например, профессор Парижской консерватории или лауреат международного конкурса исполнителей музыки Аргентины. Об этих конкурсах нам, обывателям, мало известно, но уважение и доверие такие приставки к имени вызывают. В программе джаз по-французски, орган, труба и саксофон. Кстати, отличительно, особенно с концерта, звучать будут джазовые импровизации на великие стандарты на органе, духовых и музыкальных инструментах. Начало в 19.00, 23 сентября, то есть сегодня. Концерт пройдет в консерватории. Приходите и зарядите с трогательной остальной музыкой. Не верю,
знаменитая фраза Константина Станиславского, величайшего русского режиссера. Так вот, чтобы вам вслед не кричали подобную фразу, приходите на курсы актерского мастерства. Первый открытый урок пройдет в театральной мастерской «Грани» 24 сентября в 19:00. За одно занятие вас научат контролировать эмоции, правильно общаться с людьми, четко говорить и овладеть своим телом. Кстати, даже если вы не планируете пойти в актеры, то подобные умения будут величными и в обычной жизни. Рано или поздно всем нам придется сдавать диплом или говорить просто о свадьбе друзей. Вот как раз, чтобы произвести впечатление на всех собравшихся, и стоит ходить хотя бы на первый открытый урок. На сегодня у меня все. Это была рубрика «Афиша» специально для утреннего шоу «Автопилот». С вами был Сергей Сазанов. Помните, стараться интереснее, чем вы могли подумать. Кстати, давайте узнаем у ведущих, куда ходят они по будням. Сережа, Юля, рассказывайте, поделитесь своими секретами. Яркого вечера. Спасибо, Сергей. Куда мы ходим по будням? Что это? На работу. Мы работаем. Да, Сергей, да, нет, когда отдыхаешь, мы не закончим работу. Да, с раннего утра, минуточку, да. Нет, ну, давай по-честному, на самом деле, мы только подходим. Ну, что я подходим, да, можно погулять. А еще у нас спорт, фитнес-клуб, все дела. Ну, лучше погулять. Мы сидим за собой. Но это же советы, почитать больше сразу. Да. Надеюсь, Сергей, а вы, я лучше погулять, вы ответом. В любой непонятной ситуации лучше погулять. Согласен, не спать, погулять. И гулять с домашним любимцем или с домашними любимцами. Да, ну нет, в данном случае именно с домашними любимцами. Друзья, каждое утро мы пристраиваем добрые, теплые, заботливые руки маленьких питомцев, которые остались. Иногда маленьких, иногда не очень. Но всегда очень милые, красивые, очень добрые и желающие приобрести друга. И сегодня собака ищет хозяина, мальчик-малыш, возраст примерно 1,5 года. Да, вот обработанный праздник маленького размера, вес примерно 6 килограммов, где можно с собой брать, носить его подружку. Представился с квартиры и частный дом, но это просто обочек раньше уже исправили, но уже так, что он стал одинокомненький, ласковый, просто все время, чтобы его гладили и отлично уживается с кошечками. Ой, я думаю, что скоро, если эта собака окажется у вас дома, то вы будете просить его, чтобы вы его погладили, потому что сплошная милота. Если хотите, чтобы этот милейший пес стал частью вашей семьи, 60-20-44, это телефон, сообщество уже постараться в волонтеры, это сообщество обязательно вам помогут пристроить эту собаку к нам. Ну, сейчас мы уже делали замечательный опрос, опрашивали мы жителей нашего города, и узнавали у них следующую информацию, не любят ли они пустые. И что же вы отвечали? Любопытно узнать нам? Давайте посмотрим на вопросы, друзья, ваши комментарии, мнения и советы. В общем, так вместе вы совсем подробнее. Время хандры и депрессии, а для кого-то пора для романтики. Вам стало интересно, сколько людей в Саратове любят осень, а самое главное, за что? За то, что красиво, за то, что вот тут листья желтые, хорошо полностью гулять. Прохладно иногда, тепло, но тут как бы она не вызывает депрессивное состояние, а то, что именно как-то вот впереди зима, Новый год, и все равно как бы ждешь такой позитивный, на все время года. Я люблю очень Пушкина, а для Пушкина осень занимается все. Поэтому я стараюсь на него идти, но совсем не буду больше. Да, это уже как бы сразу в Таиланде, в Рыбалтийске, да? Затем в Рыбалтийске осень, но я произвела колоссальное впечатление. Да, это осень, это уже не нормально. Это не очень. Да, это очень красиво.
Ну, а там же говорят, что в паре депрессии, ну, а да. Вы знаете, у кого депрессия, у нас всегда депрессия. А у кого ее нет, в его время будет хорошее настроение. Да. Потому что это достаточно яркое время года, несмотря на то, что часто бывают дожди, золотые деревья, конечно, Доброе утро, дорогие друзья! Мы приветствуем всех наших телезрителей, которые только что к нам присоединились. Это утреннее шоу «Автопилот». Меня зовут Сергей Кришнов. Меня зовут Юлия Атапова. Мы не представляем, как вы не представляете. Как мы вас Друзья, мы знаем, что каждое утро, когда вы просыпаетесь, ваша рука автоматически тянется к гаджету, или для того, чтобы выключить будильник, либо для того, чтобы почитать сообщения, которые ночью вам прислали в социальных сетях. Так вот, заходите следом еще и в социальные сети ВКонтакте, в нашу группу «Саратов 24». Сегодня мы повернули там очень непростую тему. Да, сегодня мы спрашиваем у вас о ваших соседях, как вы относитесь к ним, какие они у вас. Добрые, пушистые, ласковые, или, может быть, настоящие тираны и деспоты. Вы каждый вечер слушаете, что называется, театр микрофона, и понимаете, что там происходит нечто феерическое. Заметьте, что мы просим писать вас номер вашего дома, или фамилию, имя, отчество вашего соседа. Нет, мы не будем потом разбираться, просто потому, что вы не можете увидеть. Вы кого у вас не должны, не автопилот. Соседи с улицы Саперной, дом 17, могут быть спокойны. Это твои соседи? Поехали, да. Мы еще держимся дальше, друзья. Мы нашли своих соседей. Позвольте куда-нибудь с тобой на прогулку. Тем более, что в Саратове появилась еще одна благоустроенная улица. Дело в том, что в городском районе Саратова в ближайшие дни откроется сквер «Арена Зеленина». Ты знал, что там теперь можно будет погулять? А какое интересное отношение для слушателей? Какое отношение? Ты хочешь, что сейчас исторический сквер? Нет, какой статьи на «Арена Зеленина»? Ну, потому что это на территории центра развития региона откроется. И, возможно, поэтому И самое время послушайте музыку. Да, друзья. Музыка на спину. Мы приступаем танцы по утрам. Мы, в общем-то, надеемся, что вы отвечаете на взаимности и ночью, когда эти пьяные танцы. Ну, так вот, хотя бы друг с вами. Больше дом с практик в утреннем шоу «Автопилот». Сейчас на Казанзе мы берегу. Здесь есть композиция, которую мы будем петь и танцевать. Thank you.
Делаем то же самое, выкладываем себя за кадром. Да, друзья, и мы хотим исполнить
не смыть, что делать, если вы хотите поставить рядом с кухней, или, может быть, посидеть в пасти акулы, самой настоящей, то вы реально можете ощутить все эти эмоции. Новая ступень искусства – эмоции среды. Мы говорим о самой известной, пожалуй, в нашей области выставки, 3D-выставки. Два билета у нас есть, они сейчас у меня в руках, мы с удовольствием разыграем их среди наших телекрытий. Light Gallery открыты на бульваре вас, чтобы английский. И если вы пригласите билеты, сами классно, если вы правильно ответите на вопрос. Внимание, вопрос. Сколько материков на планете Земля? Где свой правильный ответ отправляется? Не путайте только с тем клиентами, друзья. Сколько у вас есть? Что такое? Вы сейчас первый раз перепутали. Нет, подсказка. Меня бы этого действительно как посерентина. Потому что география не в сентябре, а именно девушка. 96-302-24-24 это наш СМС-портал. Отправляйте туда свой правильный ответ. На вопрос, сколько материков на планете Земля? Первый, кто пришел правильный ответ, получит пригласительный билет, совершенно бесплатно, в Light Gallery и, в общем-то, сделать фотографию с теми самыми гамарами с Пинтинами. Так, друзья, не всегда слышал, что он предыдущий, если он не сказал вам, что надо будет питаться, сделайте это обязательно. Молодец, ты приятный. И два билета отправятся к вам. Ну, вам желаем успеха. А Юля скоро отправится в отпуск, поэтому я решила сделать все, чтобы все и больше никогда не вернуться. Не понимаешь, это что? Ну нет, конечно. Мы должны сделать. Привет, привет. Только не те приветы, которые вы нам присылаете на самом деле. Они будут ВКонтакте. А видео приветы из видеоблоги. Так что ладно, привет из тебе. А также можно подсветить себя на своем экране. Еще можно вы передавали себе. Спасибо за приветы, спасибо за видеобудку, спасибо за рекламу. Она, кстати, на очереди у нас прекрасна. Вот и что. Друзья, мы не ожидали, что все обратно, все будет прекрасно. Не только у нас, но и вообще жизнь в городе Саратова. Ни один правильный ответ еще не пришел. Поэтому смело, если вы знаете, сколько мы здесь отвалить в Земле, присылайте правильный ответ нам на номер Сергей. 6-302-24-24. Юля, просто, ребята, расслабляйтесь. Как можно? А месяц мы все-таки пыталась выучить этот номер телефона. Не удалось. Так что делать? То есть, друзья, мы призываем вас правильно отвечать на вопрос, сколько материков, да? Сколько материков на планете Земля. И тогда, если вы правильно отвечаете, то эти два билета в 3D-галерею, которые находятся в Азии, отправятся вам. Да, друзья, но мы продолжаем. Это прежнему место Сергей Гришко. Вы смотрите утренний шоу «Автопилота» в телеканале «Саратов 24». Мы в прямом эфире с вами конечно, 9 часов, 7 часов, 47 минут, 40 секунд. Вот, дождался еще одну секундочку. И что, переходим к новостям или смс-ки? Я думаю, что, конечно,
Доброе утро! Сегодня среда, середина рабочей недели. Самое время набраться сил, чтобы сделать продуктивный марш-бросок до пятницы. Хотите немного отдохнуть? Тогда вы правильно сделали, что включили наш канал. Сегодня в эфире, как обычно, много всего интересного. В 13:00 на нашем канале комедийный музыкальный фильм «Свадьба с Приданным». Кстати, «Свадьба с Приданным» изначально была постановка театра сатиры, но спектакль имел такой успех, что его решили экранизировать. По сюжету фильма лучшие бригадиры двух соревнующихся колхозов Ольга Степанова и Максим Орлов давно влюблены друг в друга. Но Ольга ударница, а Максиму никак не удается опередить ее по показателям. Максим засылает к Ольге сватов, но тут же между женихом и невестой происходит ссора на производственной почве, и все идет к разрыву. Ольге готов предложить руку и сердце первый парень из деревни Николай Курочкин, но работа как ссорит, так и мирит влюбленных. «Свадьба с Приданным» занимает по посвящаемости 54-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. И этот факт характеризует ее как фильм, достойный вашему вниманию. Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются. Подтверждением этому выступает сериал «Отцовский инстинкт».
главный герой которого, Андрей Перевалов, живет предсказуемо. Работает в ЖЭКе и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме проводит сложнейшую операцию и спасает малыша. Но мать, к сожалению, не выживает. При этом все думают, что погибли оба родителя, так как родители принимают за мужа Веры. Смотрите сериал «Отцовский инстинкт» в 5 вечера на нашем канале. В 9 вечера на нашем канале комедия «Хочу замуж». Согласитесь, одно только название обязывает быть фильм очень веселым, добрым и романтичным. Все началось с того, что подруга Гали сагитировала главную героиню пойти к знакомой гадалке, чтобы та наконец-то нагадала ей суженого. И она действительно нагадала, правда, с одним «но». Чтобы прожить долгую и счастливую семейную жизнь, Варику своим будущим мужем необходимо пожениться не позже, чем через 3 недели. Получится ли у девушки урвать свой кусочек шерсти, смотрите в 21.00. На этом мой краткий гид по программе нашего канала подошел к концу. Увидимся с вами завтра и хорошего дня. Спасибо большое, Аня. Переходим к сильным людям. И там Кирилл Лопаткин. Да, да. Это смешно у него бриберет. А я не знаю, смешно, но вот она из тени, она тогда. И, конечно, я ждала того момента, когда у меня в студии будет мужчина. Так что не только нам, девочкам, быть сильным и красивым. Сегодня у меня в гостях капитан команды «КВН» высшей лиги, ведущий и обладатель самого прекрасного голоса Кирилл Лопаткин. Я очень рад с вами посетить себя. И спасибо за то, что не только вам, девочкам, но и достигнуть красивого. Кирилл, скажи, пожалуйста, вот у вас каждый год новая форма для участия в турнире. В прошлом году это была фиолетовая рубашка с бабочкой и строгие брюки. Что вы думаете делать в этом году? В этом году, пока мы решили остановиться на прошлогодней форме, оставили ее, потому что считаем, что она пока еще не утратила, свою актуальность. Считаем, что она пока еще более-менее свежая. И, наверное, мы доиграем этот год еще в ней, а вот на следующий год мы уже будем пытаться подумать, что не знала. Я думаю, что мы к себе обязательно обратимся и по советам сильным. А что было идеологом вашей формы в прошлое? И где вы решили, где отшивали? У нас еще за год до этого была похожая форма, но немножко другой цветовой гамме. И сейчас у нас темно-фиолетовые рубашки и темно-синие брюки. До этого у нас были темно-коричневые брюки и мы такие немножко ярко-фиолетовые рубашки. Но нам очень нравится фиолетовый цвет, в принципе. Мы решили его оставить и решили добавить некую строгость, потому что мы тогда уже вышли из лиги ранга ниже в лигу выше. Поняли, что нужно быть немножко взрослее, брутальнее, да, и поэтому мы решили цвет сделать более темным, более насыщенным. Ну и темно-синий цвет тоже нам, в принципе, понравился. Наверное, скажу, что я тоже продолжу как он человек, потому что мой любимый цвет синий. Я смотрю на тебя сегодня очень такой классный оригинальный наряд. Мне очень нравится, что у тебя надета обувь без носков. Такой же мне показатель стиля, потому что страшно за то, что будут мужчины носки в любую обувь. Ну, открою секрет, на самом деле они есть, но они настолько малые, что это уже их не видно, поэтому это все чисто, все не стоит нет. Но именно поэтому я очень хочу, чтобы вот как раз такие сильные девушки, как ты, могли обратить внимание на сильные девушки. Ну, это стандартные чинусы, в принципе, достаточно распространенные брюки, летние легкие. И одна из моих любимых рубашек, мне очень нравится клетка, в принципе, как элемент на одежду. Да, поэтому и цвет такой яркий, хотя я не очень люблю красный цвет, вообще у меня очень мало красного одежды, потому что я сам достаточно примерный. Вот, и но здесь этот красный цвет как-то так спрятан немножко под синий, под зеленый, то есть и качество этой рубашки, оно просто потрясающее, поэтому это все приятно. Ну а пока Кирилл готовит две свои любимые вещи, которые в условии нашей рубрики должны принести каждый участник,
я расскажу вам о последних модных новостях. Оскар Уайлд до сих пор считается одним из самых ярких героев Британии. Его образ Дориана Грея не раз переосмыслялся уже несколько тысячелетий. Команда Бутика Грея открыла в Советском мосту оригинальный магазин. Здесь делают ставки на классику мужского костюма, шелковых пышных джабо, когда-то любимых Уайлдом, и здесь представлены сдержанные, заслуженные британские марки одежды, обуви и аксессуаров, а также селективные парфюмерия. Также здесь можно сделать заказ по индивидуальным меркам. А на мой взгляд, очень интересно изучить с оригинальным дизайном, который будет интересен всем мужчинам. Ну, а теперь посмотрим, что Кирилл принес с собой. Я смотрю, что в таком оригинальном пиджаке, сделанном из бархата. Расскажи про него немножко. Да, это мой один из моих любимых пиджаков. Это совершенно верно. Да, это вот бархатный пиджак, темный синий цвет. Он имеет такую некоторую смокинговую историю, потому что здесь на ласканах пиджака есть такие черные вставки, достаточно вечерние. И поэтому, ну и в принципе, элементы пуговиц также указывают на это. Но несмотря на то, что он уже довольно старенький этот пиджак, но мне он очень нравится, в принципе, я стараюсь ухаживать за ним, и иногда его на какие-то особо важные моменты события я стараюсь надевать. Вторая вещь — это труба, которая одна из моих любимых. Мне очень нравится этот цвет, когда я увидел его, померил, он мне очень подошел. Такой темно-бирюзовый цвет, плюс все серые пуговицы очень ярко выделяются на ней. И то есть добавляет такой элемент свежести. Ну, Кирилл, мне очень понравилось с тобой беседу. Мне хотелось бы, чтобы ты нашим телевизорам все сказала, если с твоим козырным голоском. Дорогие друзья, сегодня передача «Стиль и люди» в гостях у Алины Ковалевой, Кирилла Папкина. И хорошего вам дня. Друзья, вам доброе утро. С вами была Кирилла Ковалева и Кирилла Папкина. Пока-пока. Ну, прямо сейчас, друзья, мы хотим подвести итог розыгрыша. Два билета на выставку. Три белые тут попросите, получает Анастасия. Номер ее заканчивается на 50-86. Мегафон. Кому интересно. Эти два билета отправляют Анастасия. Мы сердечно поздравляем. Ну, а сейчас на очереди у нас новости. Друзья, никуда не переключайтесь. Сейчас самая свежая информация о событиях минувшего дня в репортажах наших корреспондентов. Друзья, мы по-прежнему желаем вам доброго утра. Это программа «Автоколлект». Да, я хочу сказать, с вами Юлия Астахова. И Сергей. Приветствуем вас на телеканале «Саратов-24». Если сегодняшним утром вы проснулись не с той ноги, то вам достаточно просто было включить телеканал «Саратов-24», и ноги встанут на свое место, и все будет по плану. А что вы делаете по-другому? Я опять ваше спасение, стою с той ноги, с которой нужно помогать. Обман такой, не пытаемся. То есть ты утром начинаешь с обмана. Прекрасно. Я, кстати, тоже после этого не могу вспомнить, что ты вставал с одной ноги. И это красиво. Да, раз, и все, и пошло. Ну, вообще. Еще иногда я скатываюсь просто с кровати и ползу на кухню тогда, когда особенно тяжело утром проснуться. Да, такие дни тоже бывают, если вы сегодня оказались в подобной же ситуации. Мы сейчас все быстренько исправим. Итак, утреннее шоу «Тепло» работает в прямом эфире. Сейчас 8:19:05. Мы готовы принимать ваши приветы и поздравления в социальной сети ВКонтакте. Есть специально созданный для этого пост. А еще есть сегодня чудесный опрос. Опрос, а вот осветили сегодня на теме соцсети. То есть, какие у вас соседи, довольны вы соседством или нет? А каких соседей вы мечтаете? Обо всем об этом вы можете рассказать нам в группе ВКонтакте. Да, друзья, там уже насыпалось несколько комментариев, несколько сообщений, которые мы просим немного позднее. Да, запасите терпение. Потому что Мария была жрет не может, у меня отличная рекомендация на сегодняшний день. Гидом гороскоп. Да. Агрогороскоп, бизнес гороскоп. Любовный гороскоп. Да. Все гороскопы совмещают в одном астропрогнозе. Наш астропсихолог Мария Белак. Все внимание.
Доброе утро. Я психолог Мария Белак, и я помогу вам найти ответы на сложные вопросы жизни. Каждое утро я знакомлю вас с моим прогнозом на текущий день и отвечаю на ваши вопросы. Заходите на мой сайт, пишите мне, и для каждой ситуации найдется свое решение. А теперь о том, что ждет вас сегодня. Необходимость вынесения своих мыслей будет подталкивать вас к внешнему наступлению. Телец. Вас будут привлекать общение с интересными творческими людьми, среди которых вы сможете выяснить его действия. Близнецы. Ваше желание самоутвердиться будет подталкивать вас к новым свершениям. Избегайте рискованных спекуляций в ваших делах сегодня. Нет. Публичные выступления и общения принесут вам положительные эмоции. Дело. Будьте бдительны при составлении документов и не подписывайте, не глядя. Весы. Если позволят дела, больше отдыхайте и побалуйте себя. Скорпион. Открывающиеся перспективы покажутся на первый взгляд привлекательными, но впоследствии окажется, что это не так. Стрелец. Рассуждая о философии, вы сможете обрести необходимую вам уверенность в себе. Козерог. Объективность подхода к вопросам позволит вам избежать ненужных конфликтов. Водолей. Проверка на надежность ожидает вас сегодня на работе. Рыбы. Полностью не материальное положение ждет тех, кто успешно завершит большой объем работы и завоюет признание среди сослуживцев. Вопрос, на который я отвечу сегодня, будет из моей постоянной рубрики «Хочу замуж». Эта рубрика специально открыта на моем сайте для тех, кто мечтает и хочет выйти замуж. Сегодня я отвечу на вопрос Лилии. Она пишет: «Моя скромность мешает мне. Я всегда считала, что мужчина должен сделать первый шаг сам ко мне, но в связи с этим проглядела несколько достойных мужчин. Спустя много лет узнала, что они меня любили. Понимаю, что многое упустило». Лилия, вам не ваше воспитание, шаблоны и большая роль матери в вашей жизни. Вы живете по шаблонам, и большинство из них лежит в области построения отношений. В ваших будущих знакомствах они обязательно будут. Вам не стоит перекладывать ответственность на мужчину. Отношения – это для двоих, и выбор в них делают оба человека. Если у вас есть ко мне вопросы, присылайте их на электронную почту. Обязательно укажите место, дату и время вашего рождения, и я обязательно отвечу на все ваши вопросы. От астрологического прогноза к Луне. Ну, практически, да. Вы же наверняка знаете, что в ночь с 27 на 28 сентября жители Земли смогут наблюдать Луну в фазе перигея, когда спутник находится близко к нашей планете, это явление, что называется, спутник Луне. И, друзья, вот, к сожалению, в Саратове они смогут в полной мере увидеть полное затмение Луны в период так называемого спутника Луны. Об этом рассказали заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ имени Михаил Богданов. Он сказал, что явление, в общем-то, традиционное практически каждый год. Но бывает, но, вот, к сожалению, вот с 27 на 28 сентября многие жители нашей области не смогут увидеть эти сенсационные явления, потому что уж так сложилось, что наше расположение нашей области не позволит в полной мере насладиться этим чудесным явлением. Зато жители Азии, жители Европы смогут увидеть Да, но на самом деле, вот этот заведующий кафедрой метеорологии и климатологии СГУ заявил, что во время затмения Луна попадает в тень Земли. В общем, помимо того, что это супер Луна, так она еще и становится, ну, вот это всем известным явлением. Мне тоже, на самом деле, кажется. Ну, в принципе, мы тоже можем посмотреть, что это такое.
Понимаешь, мне кажется, наблюдать затмение Луны – это более зрелищная история, чем затмение Солнца. Ну, потому что Солнце, как бы, ты никогда не видишь, что такое короткий промежуток времени. Ты бежишь, там, не знаю, по рабочим делам, каким-то, как достать какой-нибудь здесь приложение, либо глаз, и посмотрел на него. А, ну, да, отражение такое, ну, уже, честно, тоже очень хорошо видит. А ночь, романтика, зрелищность, на небе не облачко, и здесь дама, и Луна. Совершенно необычным светом предстоит перед нами. А вот дразнилка наша, понимаешь, мне кажется, фирменная, я где-то должна поехать куда-нибудь, где можно посмотреть эту фотографию. Да. Заведующий как-то сказал, что Луна полностью не исчезнет. В этот момент она продолжает отмечаться светом, который пошел через земную атмосферу, который пошел через земную атмосферу. А этот свет в этот момент в основном красный, как Солнце, которое находится на горизонте. В общем, зрелище по-настоящему впечатляющее. Давайте, друзья, если уж сами своими глазами не сможем увидеть, то хотя бы потом обязательно погуглим этот вопрос, и я обратил пристальное внимание на Луну в затмении. Ну а теперь продолжаем, друзья, и продолжаем мы коротким привет. Да? Можно? Да, буквально коротко посмотрим сейчас на опрос, как расположились силы. Напомним, что мы сегодня спрашивали вас, какие ваши соседи, как бы вы их охарактеризовали, какими, может быть, качественными они наделены и как вы к ним относитесь. У нас были следующие варианты ответа. Я не знаю своих соседей, а мои соседи постоянно шумят, или мои соседи хорошие, тихие и спокойные. Так вот, 50% наших телезрителей повезло, у них хорошие, тихие и спокойные соседи. Друзья, 20% наших телезрителей сказали, что они знают, не знают своих соседей, а 13% сказали, что их соседи постоянно шумят. И вот пара комментариев, да, которые пришли к нам под этим постиком. Мистер Войт, так зовут одного из наших телезрителей, написал: обычные музыканты, которые любят подключаться вечером и утром, я на самом деле примерно представляю, как это будет, ты как-то сидишь, или дрин-дин-дин-дин-дин-дин, а я к ним сам, я в соответствии лист, я не живу на 5-м этаже, зато никогда не поступают на работу. Соседы лифты тоже большой-большой и пламенный привет. Да, лифты, это на самом деле прекрасно. Ну, что мы прекрасны, это, конечно же, стихи в прямом эфире. Василий Ильинский прямо сейчас поражает нас от лучшего экспертирования. Я в центральном обучался. Стихи не умею я читать. Но там учили очень даже. Я правильно усвоил всех. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига не сбыстой, чуть-чуть переживающей усмешкой, смотреть на зал, как на детей. Мол, я такой, и я-то знаю, тупую легкость бытия. Затем интригу потихоньку необходимо нагнетать, и делать это надо плавно и с поворотом головы, произносить слова быстрее и в ноте как бы повышаться, выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогала, показывая, как бы, что накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот, и распростерся руки к залу, слова читали словно так, что буква «Кастая» слетала орлом у главы языка. И даже если будут слюни, то это даже хорошо, и в образе не замечали, но ты тише, ты очистишь, потом велись слова на слоги. Орать так, что прочего узнал, внезапно! Что
слышали. И дальше это... А ты делаешь, чтобы сам, как классно ты сейчас. Ты оборот и скажешь нужно, слова раздели, говорить, что так же. Сейчас, а не раздели, мы как ты. Вы как будто как будто ты еще при этом очень важно, что происходит в лице, у нас на мокром месте. И кроме времени, что очевидно, закрыть глаза и голову, спустить на грудь, чтобы зритель понял, конец стиха. Аплодисменты, вы сейчас Василий Юрий, я буду мастер-класс. Не умеете читать стихи, смотрите инструкцию от Василия Юрия, смотрите рекламу, как раз тренируйтесь за это время. Светлана, доброе утро. Утро, не перестану быть по-настоящему добрым, потому что мы здесь по-прежнему смеемся. Сергей Гришнов. Юля, оставьте нас, чтобы никак не отпустится. Мы даже считаем, что смех без причины – это признак. Сами знаете, чего? А мы не отпустим. Смех без причины – признак автопилота. Да, абсолютно, мы с тобой согласны. И позитивных новостей тоже признак. Да, друзья, прямо сейчас я могу вам рассказать, что в России издадут самую большую книгу о любви. Уже начало захватывающее. Да. А саратовцы приглашаются принять участие в российском конкурсе на самое красивое и искреннее признание в любви. Поэтому если вы умеете по-настоящему красиво это делать, у вас уже может быть сохранились какие-то записки, письма. Строки, написанные кровью и слезами вашими. Да, друзья. Строки, выстроенные ночами и днями. Это действия, которые вы... Это часть большой книги о любви. Нужно не менее таких знаков. Не менее 500 знаков, друзья, если вы услышите такой рассказ, если вы то обязательно это все войдет в большую книгу о любви. Это соревнование стартует в самое ближайшее время, и можно будет информацию подробно узнать на сайте администрации нашего города. Как можно внести признание в любви 500 знаков? Вот некоторые пишут просто «я», «сердечко», «что». Да, можно даже города, предмета, человека, кому угодно, собаку. Все, что вы знаете, у вас есть прекрасное чувство. Отлично. Друзья, в общем, если вам здесь кому признаваться в любви, пишите, главное уместиться в 500 знаков. Давайте не больше, не меньше поставить эту границу и попробуем войти вот в этот вот коридор любви с высоко поднятой головой и с строчками, которые вы строили буквально в воскресенье. Ох, друзья, о любви говорить можно здесь, о книгах можно говорить здесь. У нас сейчас актуально говорить о любви в космосе. Это очень разное время года, да. И об этом мы прямо сейчас и поговорим вместе с вами, наши дорогие телезрители. А любите ли вы его осень? Пишите нам в группе ВКонтакте. А любите ли осень те, кого мы отпустили недавно на улице города, мы узнаем прямо через секунду. Thank you.
8 время хандры и депрессии, а для кого-то пора для романтики. Нам стало интересно, сколько людей в Саратове любят осень, а самое главное, за что? За то, что красиво, за то, что вот листья желтые, хорошо по лесу гуляют, прохладно иногда тепло. Но тут как бы оно не вызывает спустя состояние, а то, что именно как-то вот впереди зима, Новый год, и все равно как бы ждешь, что будет изотрение. Красивое время года. Очень любит это время года. Смотрите наш опрос в утреннем шоу «Автопилот» на канале «Саратов 24». Целый день перекликается на сегодня. Если сейчас мы будем говорить, мы будем живы на своем друге. Да, друзья, внимание на экран, смотрите на милейшего песика. Это мальчик-малыш в возрасте полутора лет. Здорово, подработан от родителей. Маленького размера, ниже средней икры написано здесь. Ну, то есть, по 50-летней больше. Маленький друг. Больше, примерно, да. Пристраивается в квартиру или в частный дом. Малыш, в общем, готов служить вам веру и правду, быть настоящим другом, настоящим компаньоном. Если вы хотите, чтобы эта пушистая мочка стала частью вашей семьи, добро пожаловать в сообщество «Золото Саратов». Пишите на страничке в социальных сетях, там есть еще немало животных. Ну и, конечно, звоните волонтерам 60-20-44, третий город 845-2. И волонтеры нашего сообщества «Золото Саратов» помогут вам обрести друга, настоящего партнера и члена вашей семьи. Да, друзья, это молодец, пожалуйста, это не Facebook. Если вы не можете взять на себя, то, возможно, у вас есть друзья, знакомые, родные, которые не живут. Да, это друзья, нашего мальчика-пса. Да. Ну, а сейчас мы вас, парочку приветов из социальных сетей прочтем. Да, друзья, ВКонтакте есть возможность передать привет, смотреть кого-нибудь каким-нибудь праздником, выходите, весь пост для этого. А еще мы рассуждаем сегодня на тему фэнспейджа, если у вас есть что сказать, вы там же можете оставить свое видео. Ну, начнем мы с приветов. Марина пишет: «Доброе утро, мир!» Когда-нибудь ты будешь весь мой источник. А мне еще проблема с терминовкой «изучен». Обычно говорят «покорен», а здесь «изучен». Да. Яков пишет, что «Саратов-24» совсем скоро запустит совместную акцию с Саратовской дирекцией театральной зрелищной сказки. Я напомню вам, друзья, что совсем скоро стартует как раз киностроевый розыгрыш. Невиданный доселе масштабности мы будем разыгрывать целый день с Юлией Савичкой. Она 10 октября приезжает в наш город, и если вы уже приобрели билет, это такой небольшой спойлер. Если вы уже приобрели билет, фотографируйте его, выкладывайте в специальный сеть и ждите, когда вы наберете самое большое количество лайков. Обязательно поставить нужно будет хэштеги. Да, хэштег «Саратов24» и хэштег «Выиграй день с Юлией Савичкой». Вот эти два хэштега вам необходимо будет поставить под этим постиком, и мы выберем целых 3 частичек, которые хотите так вот, например, третье место, такой, знаете, утешительный приз, это фанатский набор, а именно футболка, близкий плакат и возможность сделать селфи с Юлией Савичей. А второе место, это ужин со звездой, то есть вы легче находитесь в одном ресторане, в одном кафе. Ну а первое место, это день со звездой, то есть вы можете встретить в аэропорту Юлию Савичеву, отправиться с ней на завтрак, погуляться по городу, вы будете присутствовать на саундчеке, это тогда,
там музыканты проверяют оборудование, они следят за тем, чтобы все было включено и подготовлено к концерту. И во время концерта вы сможете оказаться со сцены, друзья, и даже фотографировать и снимать все, что происходит в этот момент с василисами. Мне кажется, что это призы, которые стоит побороться прям по-настоящему, так что быстренько фотографируйте свои билеты, которые вы уже купили на концерт Юрия Старичева, выкладывайте социальные сети, ну, желательно на Инстаграм, потому что это проще всего. Пишите количество лайков, и мы будем прекрасная возможность увидеться еще раз по звезду и не просто увидеть, а действительно провести с ним немало времени. Да. Ну а сейчас мы с вами проведем тоже немало времени с приветами, которые доступились к нам из видео. Всем привет! Хочу передать привет маме и всем друзьям. Поздравляю вас всех с днем города. Привет, продолжается неспроста. Мы сидим здесь в прямом эфире. Сейчас 8:43:29. Вы наверняка отправляетесь на работу, но вот прежде чем выйти из дома, передайте кому-нибудь привет и посмотрите программу до конца, для того, чтобы получить все приветы, коих немало. Да, друзья, привет, вы можете передать мне в группу «Саратов 24 контакта», а еще, конечно же, у нас на наш основной портал можете прислать послание. Привет, вы уже есть. 302-24-24. Привет, Саратов, поздравьте, пожалуйста, крышку в июле с днем рождения. За это я всегда не буду слушать Ольга. И вам большой привет, ну, конечно же, именинница Юлечки, огромный привет, и днем рождения, будьте здоровы, будьте счастливы. Мы уверены, что у вас все будет получаться. А я слышу вам привет, позвольте мне. Саратов, всем привет, автопилот, вы крышки не пишете. Нам Никита, мы сейчас вам огромное дай за приятные слова. А вам тоже огромный привет, ну, конечно же, добрый утро. А Степан пишет, моя любимая Ириночка, доброе утро, просыпайся скорее, не проспи на работу, я тебя очень сильно люблю, увидимся вечером. Вот мне кажется, просто такое сообщение. Можно, сразу это будет прекрасно, чтобы ждать вечером. А я бы, на самом деле, на месте Ирины, наоборот, закрыл бы глаза, зажмурился. И проснулся бы уже вечером, когда увидел себя с любимым человеком. Степан, так что вы вот поторопитесь с работы, а то и вы так проспите, буквально в смысле. Друзья, ну впереди вас ждет небольшой рекламный блок, после чего мы к вам вернемся, обязательно подведем итоги нашего голосования, прочтем все комментарии, которые вы оставили на тему сегодняшнего эфира, а говорим мы сегодня про наших соседей, какие они. Кстати, за время рекламы вы также успеете написать нам несколько сообщений, которые мы непременно поразим в прямом эфире. И снова доброе утро. Говорим вам мы. Мы возвращаемся после небольшой рекламной паузы. Меня зовут Сергей Гришнов. А я по-прежнему Юлия Асафьева. И, друзья, у нас немало полезной информации для вас. Но то, что городские аптеки предлагают у нас посоветы, куда можно сходить. Но выбрать поистине лучше всегда очень тяжело. И не просто, но уже в середине города действительно можно растеряться вот этой огромной купе информации. Но есть у нас корреспондент Сергей Сазанов, который дает дельный совет, куда можно отправиться в самые ближайшие дни. Доброе утро! Вы же знаете знаменитую фразу, кто рано встает, тому просто рано на работу.
Так вот, это и про нас, и про вас. Ну ничего, настанет тот день, когда мы уедем с рабочего места на новом Bentley Continental. А пока давайте поумерим пыл и подумаем, чем заняться вечером. Меня зовут Сергей Сазанов, и это рубрика «Афиша» специально для утреннего шоу «Автопилот». Вместе с осенними листьями в душе начинают играть минорные аккорды. Как раз, кстати, в Саратовской консерватории сегодня же пройдет концерт джазовой музыки. Много романтики, грустных мотивов саксофона, думаю, многим сейчас не хватает. Выступать будут не российские композиторы, а зарубежные. Естественно, у них огромное количество наград и званий. Например, профессор Парижской консерватории или лауреат международного конкурса исполнителей музыки Аргентины. Об этих конкурсах нам, обывателям, мало известно, но уважение и доверие такие приставки к имени вызывают. В программе джаз по-французски, орган, труба и саксофон. Кстати, отличительная особенность концерта звучат будут джазовые импровизации на великие стандарты на органе, духовых и музыкальных инструментах. Начало 19.00 23 сентября, то есть сегодня. Концерт пройдет в консерватории. Приходите и зарядите с трогательной осенней музыкой. «Не верю» – знаменитая фраза Константина Станиславского, величайшего русского режиссера. Так вот, чтобы вам вслед не кричали подобную фразу, приходите на курсы актерского мастерства. Первый открытый урок пройдет в театральной мастерской «Грани» 24 сентября в 19.00. В одно занятие вас научат контролировать эмоции, правильно общаться с людьми, четко говорить и овладеть своим телом. Кстати, даже если вы не планируете пойти в актеры, то подобные умения будут нелишними и в обычной жизни. Рано или поздно всем нам придется сдавать диплом или говорить просто на свадьбе друзей. Вот как раз, чтобы произвести впечатление на всех собравшихся, и стоит ходить хотя бы на первый открытый урок. На сегодня у меня все. Это была рубрика «Афиша» специально для утреннего шоу «Автопилот». С вами был Сергей Сазанов. Помните, Саратове интереснее, чем вы могли подумать. Кстати, давайте узнаем у ведущих, куда ходят они по будням. Сережа, Юля, рассказывайте, поделитесь своими секретами яркого вечера. Сергей Сазанов, как всегда, устраивает мое испытание. В общем-то, мы легко и просто можем ответить на вопрос, как можно провести вечер в будни. Ну, и с соседями, например, да. Мы сегодня давно открываем тему соседей, какие они, как вы к ним относитесь. Например, у меня в доме соседи практикуют следующие будни. Вот так проводят время. Собираются все вместе, играют в волейбол. У нас есть волейбольная площадка, и они все вместе играют в волейбол. Кто не умеет, все болеют. Они болеют за победителя. На самом деле, это очень здорово, потому что, ну, как минимум, все договорились, что было больше. Это не это, да, это, конечно, плохо для автомобилистов, которые машины не... Нет, она огружена абсолютно так, конечно, безопасно для автомобилей, высокий забор, там все в порядке, да. Много людей собираются? Ну, играют они 6 на 6, чаще всего. Ну, то есть, много. Ты участвуешь? Я болею, к сожалению, в любом особо любви не испытываю. Но всегда, вот, посмотреть, как другие играют, почему-то. Ну и вообще, если вы хотели каким-то образом провести вечер будущего дня, совсем не обязательно звонят по магазинам, отправляться за продуктами, ну, конечно, если есть совсем что-то нужно отправлять за продуктами. Позовите друзей, позовите соседей, в гости, познакомьтесь с ними как следует. Возможно, вы придумываете какой-нибудь один день, например, там, четверг, вечер, это день помочь помощи дворнику. Вы будете выходить во двор, и помогать вы будете справиться с территорией, которая находится рядом с вами. Довольно относиться к людям, которые находятся с вами по соседству, по месту своего проживания, как к чему-то само собой разумеющемуся, давайте делать это пространство удобно, комфортно для всех, для нас. Но сейчас как раз-таки пришло время подвести результаты опроса, который мы затеяли сегодня в социальной сети ВКонтакте. Мы спрашивали, какие у вас соседи. И были следующие варианты. Хороший случай спокойный, кстати, что мы ответили с нами, ну или остались в этом комментарии, в общем-то, на тех соседей. Юля, как ты думаешь, что они делают? Я больше чем уверена, что большинство отдали свои предпочтения. У меня хорошие соседи. Да, ты абсолютно права. 56,2%. Наши телезрители проголосовали за то, что у меня хорошие соседи, не шумят, денег в долг не берут. Что там еще? Если берут, то отдают. Да, парковочное место мое не занимают.
понимают и, в общем, всячески поступают так, как должно быть добропорядочным человеком. А я их не знаю, я не знаю, что в студии предусмотрели 18% наших телезрителей, немного, надо сказать, да? То есть вторая строчка, но тем не менее, не очень. Ну, наверное, это жители много домов, когда ты еще приезжаешь, естественно, у меня не совсем особенно. Вполне возможно. И 12% сказали, что их соседи постоянно шумят. Комментарии, которые оставили наши телезрители в социальных сетях. А Эвита написала, те, что снизу, встают в 3 ночи. Ба-ба-ба-ба. Громко хлопают дверьми и постоянно ругаются. А днем у них воют собаки, причем по очереди, или хором. Глубина собак там есть, черная собачья стая. На площадке со мной живут еще 2 милые семейные пары, кстати, обеих соседок зовут Юли. Ну что ж, Алексей очень емко и понятно обозначил своих соседей. Он писал на фотографии перфоратор. Доброе утро. Кажется, Алексей как раз из тех людей, которые любят с утра делать ремонт. А почему бы не повесить картину, о которой я просил? А может быть, это жалость, чтобы его пожалели, вот вдруг его соседи используют, чтобы инструменты делать ремонт. Как он страдает, как он переживает. Ну, вы же понимаете, да, это же не просто так целый день гремят этим инструментом. Наверняка там не творится какая-нибудь красота. Так что я думаю, что в конечном итоге они пригласят вас в свой новый дом уже вместе с подъездом, например, чем. Да, вполне возможно, что они там делают настоящую красотень, на которую вас потом обязательно позовут, и вы насладитесь вместе с соседями чудесным интерьером в каком-нибудь стиле барокко. Совсем сегодня целый день будет на нашем телеканале «Саратов-24». А что сегодня показывать, в какое время расскажет Аня Федорова? Друзья, ну что ж, соседи соседями, мы к ним вернемся сразу после анонса наших телепередач. Сейчас как раз Аня Федорова слово. Доброе утро! Сегодня среда, середина рабочей недели. Самое время набраться сил, чтобы сделать продуктивный марш-бросок до пятницы. Хотите немного отдохнуть? Тогда вы правильно сделали, что включили наш канал. Сегодня в эфире, как обычно, много всего интересного. В 13:00 на нашем канале комедийный музыкальный фильм «Свадьба с приданным». Кстати, «Свадьба с приданным» изначально была постановка в театре «Сатиры», но спектакль имел такой успех, что его решили экранизировать. По сюжету фильма лучшие бригадиры 2 соревнующихся колхозов Ольга Степанова и Максим Орлов давно влюблены друг в друга. Но Ольга ударница, а Максиму никак не удается опередить ее по показателям. Максим засылает к Ольге сноту, но тут же между женихом и невестой происходит ссора на производственной почве, и все идет к разрыву. Ольге готов предложить руку и сердце первый парень на деревне Николай Курочкин. Но работа как ссорит, так и мирит влюбленных. «Свадьба с приданным» занимает по посвящаемости 54-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. И этот факт характеризует ее как фильм, достойный вашего внимания. Ученые говорят, что отцовского инстинкта в природе не существует. Но зигзаги человеческой судьбы доказывают, что биологи ошибаются. Подтверждением этому выступает сериал «Отцовский инстинкт», главный герой которого Андрей Перевалов живет предсказуемо. Работает в веке и готовится стать отцом. Однажды его беременная жена уезжает к подруге и попадает в автомобильную аварию. Врач-акушер в городском родильном доме проводит сложнейшую операцию и спасает малыша. Но мать, к сожалению, не выживает. При этом все думают, что погибли оба родителя, так как водители принимают за мужа Веру. Смотрите сериал «Отцовский инстинкт» в 5 вечера на нашем канале. В 9 вечера на нашем канале комедия «Хочу замуж». Согласитесь, одно только название обязывает быть фильм очень веселым, добрым и романтичным. Все началось с того, что подруга Галя сагитировала главную героиню пойти к знакомой гадалке, чтобы та наконец-то нагадала ей суженого. И она действительно нагадала, правда, с одним «ном». Чтобы прожить долгую и счастливую семейную жизнь, Варе со своим будущим мужем необходимо пожениться не позже, чем через 3 недели. Получится ли у девушки урвать свой кусочек счастья, смотрите в 21:00.
На этом мой краткий гид по программе нашего канала подошел к концу. Увидимся с вами завтра и хорошего дня. Друзья, остается буквально несколько минут до конца эфира, и спешим проанонсировать завтрашнее утро и завтрашний эфир. Завтра к нам в гости придет мастер по благоустройству территории вокруг вас, но в частности вашего дома. Человек, который про фэн-шуй знает все и даже немного больше. Куда поставить кровать, куда перевернуть шкаф, обо всем об этом мы узнаем в завтрашней программе. Да, и как раз таки подскажите вашим соседям, чтобы они тоже посмотрели эту программу, чтобы вокруг вас везде была положительная энергия. Как раз таки будет отличный повод зайти и более того, вы сможете задать вопросы нашему гостю, поэтому заранее можете написать их нам в контакт, чтобы потом мы можем передать. Это точно. Друзья, ну что ж, тема соседей практически у нас раскрыта. Осталось прочитать еще одно сообщение, которое пришло буквально в последние секунды нашего эфира. Михаил пишет, что у меня по соседству живет Мария. Очаровательная девушка. Как-то мы ездили с ней в лице, прям стоит специалисту, и вот, в общем, он полностью не влюбился. Но Михаил не знает, наверное. Нет, она не знает, и самое главное, что Михаил не знает, каким образом к ней, что называется, подсинчился. Давайте сопротивляем нашим свидетелям успеха. Я прям даже все ухо, что-то, затопите. В том случае, когда девушка явно неадекватно отреагирует, и вам не дает, сразу с ней никакой не видать. Ты должна понимать, что все запоминается костяками. Вот если есть костяк, то все. Надо понимать, да? А потом выйти из этой ситуации с пищей. Мы прощаемся с вами. Это утреннее шоу «Автопилот» на телеканале «Саратов-24». Меня зовут Сергей Гришнов. Меня зовут Юлия Астахова. Мы прощаемся ненадолго. До завтра. Да. Хорошего дня, отличного настроения. Оставайтесь на телеканале «Саратов-24».